шумный миномет ГАУ. Средства контрбатарейной борьбы его не видят. Ну и предельная дальность, всего чуть более километра, необходимо подойти непосредственно к линии обороны противника. Вот так работают разведчики нашей группировки, которые действуют в районе Каменной. Сейчас при помощи беспилотника будут выявлены позиции противника и сразу же нанесен удар из бесшумного миномета. Дальше 5. Право 10. Не противник. Разведчик цель находит практически сразу. Лететь далеко не надо. Миномет начинает работать сразу после того, как удар формирования киевского режима. Наши бойцы спокойно бьют по целям. Личный состав противника по